Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на еще один выпуск журнала «Собеседник». Это номер 26/2009 года. Кстати говоря, эти два журнала, две газеты выпускались примерно в одно время, стоит заметить. И здесь написано: Бритни Спирс положила глаз на наш проект. Нет, вам видно, я надеюсь. Здесь она как бы на обложке, да, вот из-за этого, естественно, я купила данную газету. Ну, у меня есть еще обзор на такую же газетку, там, ну, такая маленькая картиночка Бритни, и там, конечно, содержание статьи так оставляет желать лучшего, ну, и здесь я не думаю, что что-то более стоящее. Ну, здесь вот, видите, Гарри Поттер, и это, конечно, все посвящено приезду Бритни в Россию с туром цирк, и вот ранетки у нее на разогреве были, так что вот как-то так. Надеюсь, вам был полезен данный обзор. Пишите свое мнение, что вы думаете по поводу данной газетки. И пока-пока!